О том, что происходит в оккупированных городах, мы узнаем благодаря обычным людям. Давайте послушаем местных жителей из Донецка и Луганска. Смешались куни и люди. То есть вперемешку на светофорах стоят БТРы, танки, КамАЗы с военными, троллейбусы, маршрутки и автобусы. У нас открылись магазины под номером. Их национализировало правительство ДНР. В этих магазинах под номером 1, 2, 3, 4, 5. Очень мало продуктов. В общем, мы в шутку говорим, что в просто магазинах продается просто еда. Работа была и есть, но дело в том, что она не оплачивается. Поэтому как ее считать? Пенсионеры, там, инвалиды, ну, люди с ограниченными возможностями, мне кажется, это вообще просто, им выжить здесь нереально. Я вижу кучу бедных этих стариков, старушек, которые, они чистенькие, аккуратненькие все. И при обычной жизни они никогда этого не делали, но видно, стоят они, опустив глаза в пол, в землю. И просят, дайте хоть на хлебушек. Очень большая проблема для тех, у кого детям исполнилось 16 лет. Получить документы невозможно, бланков нет. Выехать на территорию Украины, в принципе, возможности нет. Пропуска получить сначала говорили 10-14 дней, теперь оказывается 2 месяца. В Донецке появилась такая услуга, получи пропуск за 150-600 гривен. Сегодня представителями сепаратистов поднималась очень сильная паника на восточных фронтах. Предупреждаю, что в ближайшее время может начаться наступление их в сторону станицы, если действительно какая-то провокация будет, или они что-то готовят, непонятно.